Стоящие в шеренгу милицейские автомобили отполированы до блеска. Каждый водитель такой машины переживает, чтобы его транспортное средство прошло технический осмотр без замечаний, так как от этого в некоторой степени зависит покой на улицах города. Для того, чтобы привести своего железного коня в порядок, недостаточно раз в полгода его помыть и поменять масло или тормозную жидкость. Нужно смотреть за его состоянием регулярно, о чем говорят и военнослужащие войсковой части Министерства внутренних дел 5526. В техосмотре самое важное уделить внимание мелочам, которые на первый взгляд не видно, но они могут сыграть очень большую роковую ошибку на дороге. К примеру, те же тормозные колодки, неправильно их обслужить, неправильно поставить диск может заклинить, то есть перегрев и торможение может произойти непроизвольно. То же самое нехватка тормозной жидкости, нехватка охлаждающей жидкости, нехватка омывающей жидкости, то есть сразу снижается видимость дороги и просто условия вождения снижаются. Нынешняя проверка состоит из специалистов, служащих в милицейской бригаде 7404, и они отлично знают, где можно найти недостатки, о которых водитель транспортного средства может и не догадываться. Такие инспекции проводятся раз в полгода, и Брестская войсковая часть Министерства внутренних дел 5526 всегда отмечается отличной подготовкой. Комиссия обращает внимание на внешний вид, затем за техническое состояние, комплектность транспортного средства, чтобы все соответствовало согласно правилам дорожного движения. Вот. Ну, соответственно, на транспортном средстве должно быть необходимый инструмент, который необходим для обслуживания транспортного средства, где-то если в дороге вдруг сломается, чтобы какими-то первичными средствами можно было обслужить транспортное средство. Войсковая часть 5526 славится своей подготовкой к техническому осмотру. Вот. Одна из передовых воинских частей. У них всегда отличные оценки всегда. От исправности милицейского автомобиля зависит, насколько быстро правоохранители смогут добраться до места происшествия и возможно спасти кому-то жизнь или предотвратить иные преступления. Поэтому технические проверки транспортных средств на регулярной основе так важны. Во время нынешней инспекции никаких нарушений не выявлено. Все автомобили исправны.